Здравствуйте. У нас сегодня бюджетный домик на долгий срок. Находится в Мадихе, рядом с пляжем. Пляж, где можно купаться. Свой дворик есть. В домике 3 комнаты. Сейчас он не совсем готов к осмотру, но я вам покажу. Гостиная. Вентилятор. Хотя это бюджетный вариант, но с полами, с потолками все в порядке. Здесь потолки. Первая комната. Сейчас комнаты пустые. Все с вентиляторами комнаты. 3 комнаты с вентиляторами. А в каждую комнату хозяин обещал поставить кровать двуспальную. Сейчас их нету. Довольно просторная гостиная. Это зона кухни, точнее столовая даже. Столовая, да? Вторая комната. Двуспальную кровать поставят здесь. И 3-я комната. Так, это санузел. В принципе, самое главное, что в бюджетном варианте, но с плиткой все. Все стены побелены в нормальном состоянии. Так, и кухня. Это такая локал печка. Ну, обычную газовую печку тоже поставят. Так. Что еще важно? Все комнаты с дверями, с замками. Домик находится в пешей доступности до пляжа. Есть свой небольшой дворик. Хозяева тоже рядом. То есть дворик под присмотром, если что. Вот. Вот там выход. И вот это маленький магазинчик хозяев. То есть вы проходите. Так. Если что, хозяева всегда смотрят. А, еще здесь есть интересная штука. Наружный душ.